Ассаламу алейкум, здравствуйте. Сегодня мы будем готовить вкуснейшие голубцы из болгарского перца. И вот такие вот с капусты наши голубчики. Вы уже что-то с ними уже сделали, да? Да, обязательно в соленой воде отварила, резала. Вот такие вот они будут формы. А вы делаете по-своему, да? Да, я буду делать по-своему, а ты будешь делать по-своему. Тогда начнем с фарша. Нам понадобится 500 грамм фарша, и сверху я пожарила лук с томатной пастой. Так будет вкуснее. И где-то 150-200 грамма риса. Я рис вымыла. Нет, давай убери вилку, не надо. Давай руками, все руками. У тебя чистые руки, правильно? Так, дальше нам специи. Я добавляю обязательно соль, да? Соль обязательно. Соль. Так. Ложечкой не будешь мерить? На глаз. На глаз? Да, на глаз. Или чуть-чуть. Скориандр, может, не надо? Не надо, да, кориандр. Давай следующий раз скориандр не получится. Так, далее еще что можно? Все. Остальное, что будешь мешать. Энергетика, да, сердечная любовь, да. Угу. Руки, смотрите, какие масляные. Да, ничего страшного, думаешь, все пройдет. Видишь, как она прям горчит. Теперь болгарская. У меня болгарские вот уже они готовы, помытые. Я уже убрала вот сердцевину. И теперь буду заполнять. А я буду с маленькой ложечкой. Здесь надо заворачивать их. Вот так, как лялечку. Видишь, как хорошо, чтобы отсюда не вытекало, его нужно вот так вот. Одна сторона остается. Вот. Я немножко еще протолкну. Она не вылезет оттуда? Нет, нет, вот видишь какая. Она еще разбухнет и сюда выйдут. Сначала кладу туда наш болгарский, да? Потом в конце ваш, да? Да, кипятком заливать будешь? Да. Он такой жирненький такой. Это, наверное, мне. Да, вот он сюда идет. Одну столовую ложку. Давай. Можно больше? Чуть больше можно тоже. Да, вот так. Да, все с горочкой. Если вдруг не хватит, в конце можно потом еще добавить. Когда попробуем. Все, не сделай. Все уже. Сейчас поставим. Да, 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 сейчас все хватит. Да. Чтобы они не выпрыгнули, да? Вот так, все, да? Все. Все. Теперь до кипения на большом огне, после кипения тоже намедленно, видно, что да. Намедленно. Через час будет готово. Час или 40 минут? Так, ну да, где-то 40. Сейчас, наверное, много будет. Да, у вас такие тонкие, они полуготовые. Вот приготовились наши голубцы, вкуснейшие, с болгарским перцем. И наши фаршированные голубцы из капусты. Капусты, да. Пальчики называются. Как вы и сказали, они не вышли, да? Нет, смотрите. Нет, нет. Вот можете посмотреть. Все там прям вот. Вот они. Вот. Теперь на вкус попробуем, да? Да, обязательно. Сыграть. Вот. Мягкие. Нежные, прям как тутает. Ну, хорошо. Так что оба варианта очень вкусные. А вы пишите в комментариях, какой вам вариант больше нравится. Ждем ваши комментарии. С болгарским или голубцы капусты. У меня во рту.